Воздуха стало меньше. В Сургуте проверяют, насколько износились дороги, отремонтированные за последние 3 года. В общей сложности лаборатория проведет замеры 8 десятков транспортных артерий. Уже сейчас, по итогам первых ревизий, специалисты отмечают позитивные тенденции. Качество уложенного в прошлом году полотна гораздо выше, чем, скажем, позапрошлогодних. Это говорит о том, что накануне ужесточили федеральные ГОСТы, и теперь состав асфальта стал гораздо плотнее и прочнее. Подробнее у Ольги Придохи. Вправо 4, центр 5. Что это значит вправо 4, центр 5? Делаем 3 измерения на поперечной рейке. У нас в дальнейшем просто будет аналитика относительно тех измерений, при которых мы принимали дорогу. То есть образуется ли колея в данном месте или нет. Такие проверки на прочность дороги Сургута проходят каждое лето. Проверяют их сотрудники дорожной лаборатории на предмет колейности, образования ям и трещин, а еще состояние тротуаров и даже травы вблизи дороги. По договору дорожники несут ответственность за свою работу, даже когда завершили ремонт. Все ямы, к примеру, если таковые появились, они латают за свой счет еще в течение нескольких лет. Мы устраняем мелкие замечания, которые не требуют больших вложений. Это посев травы, где на газонах частично не взошла она. Ну, это там, 5-10 квадратных метров, не так много. Подрядчик не скрывает недоделок. И переделок действительно стало гораздо меньше. Это отмечают и власти города. Причина простая. С прошлого года вступили в силу новые ГОСТы, которые заставили пересмотреть состав асфальта. Теперь воздуха в дороге стало меньше, а вот ингредиентов в асфальтобетонной смеси на десяток больше. Там, получается, евро-щебень уже идет, узкие фракции применяются при подборе, при выпуске асфальтобетонной смеси. И характеристики чуть-чуть поменялось. Меньше-меньше нарушений. Если есть какие-то нарушения, то стараются устранить вовремя, во время работы. Вместе с чиновниками и лаборантами с линейками по дорожному полотну пошли и счетоводы контрольно-счетной палаты, а еще депутаты. Всего в июне проверить планируют чуть больше 80 дорог. Все они были отремонтированы в последние 3 года. В этом году на ремонт городской дорожной сети пока запланировано более 500 000 000 рублей. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал «Югра», Сургут.